Это ведро воды – единственный чистый запас пенсионерки Любови Чубаревой. Причем вода эта горячая. Пожилая женщина специально набрала ее, чтобы она остыла. Потом можно будет поставить чайник или просто помыть продукты. Ведь если включить холодную воду, то вместо нее польется ржавая. Причем такая картина уже больше суток, и пенсионерка не единственная, кто столкнулась с этой проблемой. Мне звонила женщина со второго этажа, спросила, какая у тебя вода, ржавая или нет. Я говорю, ржавая. У нас, говорит, тоже со вчерашнего дня ржавая вода. Говорит, звонила куда-то, сказали, одни вы звоните, пусть еще остальные звонят, если вам надо этот узнать. Ну вот... После нее я звонила на 072. Наша съемочная группа тоже обратилась по номеру 072 в диспетчерскую службу ЖКХ. Как там удалось выяснить, в этом районе велись работы водоканала по замене труб. Собственно, из-за этого жильцам ближайших домов пришлось столкнуться с подобными неприятностями. Однако еще до выхода материала в эфир все работы были завершены, а холодная вода в кранах жильцов вновь приняла привычный облик. Чтобы избежать недовольствия со стороны горожан, коммунальщикам следует заранее предупреждать о готовящихся ремонтных работах. Вадим Струминский, Максим Липин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.